Ушел из жизни Генри Киссинджер, американский дипломат и лауреат Нобелевской премии мира. Он умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Родившийся в Германии Киссинджер стал гражданином США в 1943 году. Своей службой при двух президентах Никсоне и Форде Киссинджер оставил неизгладимый след во внешней политике США. Киссинджера называют отцом восстановления американо-китайских отношений, архитектором мира во Вьетнаме и разрядки с Москвой. До последних дней он оставался активным участником политических процессов.